Ты не ранена? Нет, Эрикос. Больше никого нет. Ты в безопасности. Стратег Эрикос. Адельфа, моя подчиненная. Благодарю вас за помощь в отражении атаки ионийских варваров. Рады были помочь, Стратег. Теперь люди вернулись в деревню. Вы сопроводите юную деву? Конечно, юный воин. И если встречу по пути ионийцы, они у меня еще получат. Но на пути туда больше нет ионийцев, правда? Путь свободен. Идите прямо по тропе. Идем, Адель. Нам ничто не помешает. Ты уверен? Так или иначе, клянусь Афиной. Не понимаю, почему Афина поступает так жестоко со своим народом. Может быть, Афина сочла, что в похищении руна есть доля вины каждого? Конечно, они были невинны, как дети.
Здесь повесилась Арахна, осознав безумие своего высокомерия. Ткачиха, умелая, но лишенная мудрости, стала соперничать с Афиной. Она соткала полотно, оскорбившее богов. Сравнив его с работой Афины, Арахна не вынесла позора. Афина сжалилась над ней и превратила ее тело в паука. Умение – ничто без послушания и мудрости. Все хорошо. Отдыхай. Найдите знахарку Кассию. Она пошла на болото за травами. А что с ребенком? Мы думали, что болотная лихорадка, но жар все не спадает. Мы уже потеряли надежду, когда из храма пришла Кассия. Это необычно. Кассия – лекарь-жрица Медузы. Она не обязана лечить никого в деревне. Но она пришла и пошла в болото за травами. Элени, если мы проникнем в храм, что мы можем там найти? Храмом правит Медуза и ее советник Фаэдон. Все жрецы и философы – люди Фаэдона. Надеюсь, Персей жив там, внутри. Он побежал туда за копьем добродетели. Даже если бы Персей успел вынести его, что может один человек? В Персее течет кровь богини. В его руках копье обретает мощь. Тебе не нравится Фаэдон? Я знаю, что верховная жрица ему верит, но он родом не из Кифры. Его не волнует судьба народа. Раньше храм и деревни были тесно связаны. Жрецы приносили рунов в круг добродетелей и помогали жителям деревни. Фаэдон и Медуза запретили это. Почему он запретил выносить руно? Он сказал, что если руно лечит наши беды, то мы не верим Афине. Помнишь ли ты время, когда по воле Афины была статуей? Да и нет. Проходили года, но время для нас текло по-иному. Мы чувствовали, как приходили чужаки. Но ты первый, кого мы вправду увидели. Другие тоже тебя увидят. Они очнутся рядом с тобой. Мы найдем Кассию и приведем ее.
Ну и битва. Мы уничтожили не менее 50 врагов. Благодаря тебе Эрикос сможет хвастаться этим приключением. Персей состоит в Серебряном Ордене? Нет, думаю, каждый из нас мечтал, что он вернется и возродит стражу. У него были причины для ухода. Но не уверен, что ионийцы были бы столь наглы, если бы Персей не ушел. Когда Фаэдон распустил стражу? Когда из храма ушел Персей. Без командира стража захерела. Фаэдон заявил, что Персей забыл свой долг. Знак того, что страже больше нельзя доверять. Спустя месяц пришли ионийцы. Нам пора идти дальше. До встречи. Голова, молю, дай мне выпить. Похоже, он уже и так перебрал. Друг козел, ты меня поймешь. У тебя не найдется рога другого вина. Целый половину глоток или хотя бы винные пары. Увы, мой друг, я слишком сух. Что поделаешь? Тогда спасите моего друга Медовара. Где нам найти Медовара? О, Маринос, мой верный партнер, он варит лучший мед на острове. Я поставляю ему специи, особую смесь с добавкой мускатного ореха и гвоздики. Боги, как добыть специи, если здесь не с кем торговать? Неважно, Марина сварит мед в восточных болотах. Все хорошо, но хвала Афине, что вы явились вовремя. Благодаря тебе Эрикос сможет хват...
Спасибо. Я надеялась, вы меня найдете. Ты знала, что мы будем здесь? Предчувствовала. В храме Афины мы можем чувствовать течение времени. Все остальные нам видятся, как неясные тени. Но вас видно четко. Все четче по мере приближения. Я рада, что вы пришли не ради меня, но ради малышки. Элени сейчас с девочкой. Значит, Диметрия в хороших руках, но мне пора. Либо ее жар спадет, либо она погибнет. Кася, ты знаешь, что произошло в храме? Знала, пока не стала лечить Диметрию. Я была лекарем Медузы, верховной жрицы. Я первой заметила изменения, начавшиеся с появлением Фаэдона. В наших законах, в наших привычках и в самой Медузе. Как изменились законы? Раньше система законов была устроена так, что их знали все. Фаэдон дал больше власти судьям, позволив им решать дела, как им заблагорассудится. Фаэдон и сам частенько бывал судьей. Как он изменил ваши привычки? Храм и деревня были раньше тесно связаны. Жрецы часто выходили в круг добродетелей и говорили с народом. Они даже приносили руно и лечили больных. Фаэдон все изменил. Обычных людей больше не пускают в храм, а руно не выносят наружу. Что случилось с Медузой? Медуза всегда была немного тщеславна. Да простит меня Афина за эти слова. На этом и сыграл Фаэдон. Он постоянно льстил ей. Раньше ее волновало благополучие ее народа. Но она отдала всю власть Фаэдону, а сама стала проводить дни в праздных развлечениях. Возвращайся в деревню, там безопасно. Да. Надеюсь только, что еще не поздно спасти Диметрию. Думаю, вмешательство Афины спасло людей. Ионийцы бы предали огню и мечу весь остров. Но здесь, возможно, сероокой богине не удалось сохранить беспристрастность. Thank you.
Вот, дитя. Ну как ты? Лучше. Уже не так жжет. Получилось, Кассия. Спасибо. Не меня благодари, а травы. Или этих людей. Или себя за то, что привела их. Без вас я бы еще была в болотах. Подвиги не совершаются в одиночку. Афина дает вам смирение и силу. Мне есть чему учиться. Не волнуйся, Елене. Жизнь еще даст тебе шанс научиться смирению. Но я думаю, мы сбили жар. Так лучше, премного благодарен, я Маринос. Я Ясон. Возвращайся в деревню, там безопасно. Сперва я должен привести в порядок мою медоварню. Жив ли Дионисилий? Без его специй мне будет трудно. Он жив и почти здоров. Он в деревне с остальными стратегами. Он жаждет встречи с тобой. Ну еще бы. Что ж, одна фляга меда у меня осталась. Пойду-ка я нанесу ему визит. Thank you.
Мой конец близок, путник. Я хочу прийти в Аид раскаявшимся человеком. Я Нико, стражники невиновны. Я вызвал их через дурачка. Я знал, что один возьмет деньги, а другому подложил яд. Деньги в моем погребе. Теодор, прости меня. Надо сказать судье, что те стражники невиновны. Мы все расскажем, когда вернемся в деревню. Представьте, возвращаются они, а тут все, кого они любили, ушли. Но они мертвы. Я думаю, есть разница. Афина, спаси! Дочь судьи! Защити ее! Спасибо, странник. Ты спас мой храм. Твоя жизнь важнее. Наш долг — жить в добродетели. Что станет с нами потом, это уже дело Афины. Годы не пощадили храм. Я буду долго восстанавливать его. Иона, у тебя есть долг поважнее. Тебе надо вернуться в деревню. Круг добродетелей погас. Я должен вернуть жителей Кифры домой. Добродетели темны, и я немедленно возвращаюсь. Иди домой, Иона, прямо сейчас.
Здесь было расколотое молнией дерево. Из его древесины построили храм Афины. С годами деревянное святилище превратилось в мраморный храм. Великое рождается из малого. И некоторые продолжают расти. Причинишь им вред! Убери людей! Давай же!
Спасибо. Я мастер Пафан, а это мои люди. Фух. Дайте мне минутку. Колени еще трясутся. Пафан, ты храбро бился. Честно говоря, в жизни так не боялся. Без страха нет храбрости. Храбрость в том и состоит, чтобы победить страх. Расскажи, что ты делаешь? Я управляю лесопилкой и слежу за рабочими. Не только. Мы обязаны тебе жизнью. Пафан спас нас от Фаэдона. Суд Фаэдона всех нас здесь приговорил к смерти. Пафан уговорил заменить казнь работой. Это была идея Персея. Я тут ни при чем. Ты знал Персея? После того, как Фаэдон захватил храм, Персей пришел жить среди нас, в деревне. Он предложил, чтобы я забрал приговоренных для работы на лесопилке, чтобы спасти их. В чем же вас обвиняли? Мы все ужасные преступники. Я вышел на улицу после отбоя. Моя вина в том, что я назвал Фаэдона «назойливый чужак». За это Фаэдон и приговорил их к смерти. Теперь вы можете вернуться в деревню. Нам нужно восстановить лесопилку. Деревне нужна древесина. Мы здесь справимся. Спасибо тебе. Он приплыл, пока мы были в балу. Убьем его команду и устроим засаду. Зачем же ждать? Вот он! Убить его! Хвала Афине. Говорят, терпение – друг рыбака, но и у него есть пределы. Я Полемон. Спасибо, что спасли меня. У тебя есть племянник, Полемон? Мальчик по имени Кири. Киринос, он в порядке? В общем, да. Он ждет тебя в деревне вместе с остальными спасенными жителями. Должно быть, они голодные. Я не могу вернуться с пустыми руками. Не задерживайся. Здесь все еще опасно. Понимаю. Так, посмотрим, клюет ли еще рыба.
Здравствуй, Ясон. Чем можем помочь? Стражи невиновны. Что? Нет, нет. Судья, проверь подвал в доме Ника и скажи нам, что ты там найдешь. Хорошо. Что ты узнал? Диодора убили не они, а Нико. Я говорил! Молчи! Как ты узнал это, воин? Мы нашли в болотах Ника, раненого ионийским копьем. Перед смертью он признался. Стражники невиновны. Улики сфабрикованы, а деньги лежат в его подвале. Негодяй, он нас подставил! Это правда! В подвале Нико лежат деньги! Эти двое невиновны! Как скажешь. А что насчет Перрона? Отпустите меня! Ты нашел Диодора без сознания. Ты мог его спасти, позвав на помощь. Но ты набил карманы монетами и сбежал. Я? Но убийца Нико, а не я! Ясон, что ты скажешь? Что нам делать с Перроном? Все изменилось. Отпустите Камея. А Перрона теперь ждет новое испытание. Новое испытание? Это нечестно! Будет, как ты скажешь, Ясон. Будьте вы прокляты! Дядю, добродетели, Афина смотрит. Киринос, твой дядя Полимон идет сюда. Подожди еще немного. Да, Кири ждет. Мудрость в том, чтобы делать то, что подсказывает мудрость. Кири ждет дядю здесь. Кири ждать здесь. Послушание всегда ведет к свободе. Кири, хороший мальчик. Дядя, Кири ждал, как ты сказал. Ждал, как ты сказал. Молодец! Спасибо вам, что присмотрели за ним. Ясон из Иолка, узри жезл правосудия. Эта палица была церемониальным жезлом лидера Серебряного Ордена. Теперь мы вручаем ее тебе, как почетному члену Ордена и герою Кифры. Слава! 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 Спасибо. Да хранят боги ваш орден. Я слышала о вас. Афина привела вас на Кифру, дабы вы совершили правосудие. Я пыталась быть послушной, но, возможно, зря, раз это все равно случилось. Беды могут пошатнуть веру. Мы все не выдержали. Будь мы более храбрыми, возможно, мы бы изгнали захватчиков. Будь мы мудрее, предвидели бы их приход. Будь собраннее, нас бы не взяли так легко.
добродетели иногда противоречат друг другу. Как же выбирать между ними? Иногда главное быть мудрым, а иногда храбрым. Нужно уметь понять ситуацию и действовать так, чтобы быстрее достичь цели. Ты мудр, Ясон. Афина выбрала верно. Я подумаю об этом. Да хранит тебя Афина. Ясон, от имени деревни я благодарю тебя. Ты вернул не только круг добродетелей, но и наш народ. Это было желание Афины. Теперь наш путь лежит в храм. Будь осторожен. Когда врата закрылись, Персея преследовали ионийцы. И Фаэдон тоже там. Да храни тебя, Афина, спаситель деревни Кифры. Объясните же мне, откуда взялась эта девочка? И куда делась? Думаю, мы ее еще встретим.